Всем доброе утро. Да, Кубик? Доброе утро. Всем доброе утро. Мы проснулись, уже покушали, правда. Детей я кашкой покормила тоже. И сегодня мы решили начать с каши, с нашей, которую мы варим на молоке, и посмотреть, как будет, что с аллергией. Надеюсь, что не на молоко, а на творожки все-таки. Творожки сегодня давать не будем, и посмотрим, как оно будет с аллергией у Димы. Сегодня еще у нас такой, у меня такой волнительный день, и я на самом деле так боюсь, потому что я иду вырывать зуб мудрости. Даже два. В общем, с одной стороны, мне будут вырывать два зуба мудрости, потому что они у меня... Короче говоря, надо их вырвать, удалить. И вот. И мне страшно, потому что, ну, это такие, на самом деле, сложные зубы, сложное удаление. И я, честно говоря, даже не знаю, закончу ли я потом этот урок и смогу ли что-то вообще говорить, потому что мне там расписал врач, что может быть, какие могут быть последствия, что будет болеть и так далее. В общем, короче говоря, я долго собиралась с мыслями, чтобы удалить эти зубы мудрости. Но в итоге все-таки надо это сделать, потому что они ничего хорошего не несут и, в общем, только мешаются. А еще, как назло, ну, как бы я записана уже была неделю назад где-то на удаление, а за 3 дня у меня начал болеть один из этих зубов. Ну, так он не сильно, конечно, болит, но поднывает. И это так неприятно, ужасно просто. Кто чем занимается, да? Кто пытается взломать ящички? Кто что-то оторвать? Да, Егор? Егорка? Что делаете? Что делаете? Каталки валяются. Видите, как они хорошо их катают у нас? Они у нас просто валяются. Зачем их катать? Причем почему-то всегда в таком положении. Лицом вниз или на боку. Куда ты бежишь, Егор? Дима, не грызи ручки. Дим. Если руками не получилось, зубами точно не получится открыть. Дима. Ты тут пришел? Ты тут пришел? Дима? Димочка. Димочка. Намазала Димочке личико детским кремом, потому что оно у него прям из-за аллергии так щечки подсохли, подбородок. Вот поэтому намазала детским кремом, чтобы не, ну, не шелушилась кожа. Не сушила. Да, конечно. Не надо меня кусать. Пойдем бай-бай? И что это значит? Пойдем бай-бай? Дима, бай-бай, пойдем? Пойдем? Пойдем бай-бай, Егорушка. Пойдем. Дима, не хватай. Нельзя. Ладушки, ладушки. А покажи сороку ворону. Егорка, покажи сороку ворону. Сорока ворона кашку варила. Деток кормила. Дима, покажи, сорока ворона кашку варила. Деток кормила? Кормила сорока? Вот так варила. Все, укладываются спать. Я стараюсь с ними не стоять. Ну, то есть, так, двери не закрывать, они там что-то пырхаются, но когда меня не видят, быстрее засыпают. Кто тут лежит? Ты так спал, что ты весь как чунька.
Ты что такой примятый весь кубик? А? Отряхнись. Отряхнись. Ты еще и хрюкаешь? Ты еще и хрюкаешь? Хрюнтик. Ой, ты хрюнтик. Кубик у нас не знает, что такое кусаться. Он вообще никогда никого не кусал и не кусает. Он у нас такой добрый, послушный пёсик. Да, мордашечка. Хороший. Не хватает на тебе сейчас времени особо, да? Да, зайка? Ты хороший кубик. Ты хороший кубик. Да? Все любят ласку. Да, всем хочется, чтобы их гладили, любили, уделяли внимание. Какой ты мохнатый, кубик. Какой ты мохнатик. Я тут сижу, обедаю. И, в общем, мне так страшно, то, что мне надо удалять зуб. Через несколько часов я пойду на удаление, и мне реально страшно. Но это не помешало мне пообедать. Я вообще думаю, надо, наверное, так плотненько покушать, потому что после удаления я точно не захочу есть. И более того, я, наверное, не смогу есть. В общем, и сколько дней я не смогу есть, я тоже не знаю. Вот, поэтому надо нормально пообедать, я думаю. Напишите мне в комментариях, кто уже удалял эти зубы мудрости. Как вы перенесли это событие? А как перенесу я, мы увидим завтра. Ну, потому что сегодня вечером, наверное, бессмысленно будет смотреть, там еще анестезия будет действовать. А вот что будет завтра, будет очень интересно. Ну и ночью тоже. Я надеюсь, что хотя бы у меня малыши поспят нормально ночью, и я не буду вскакивать. В общем, я надеюсь, что все пройдет хорошо. Что мне еще остается? Мне остается только надеяться. Ой, ой, мама тут, мама. Да? Ай, Кристина тут играет. Вот так. А Егорка сам прыгает. Ой, прыгает ребенок. Так, ты зачем выбросил игрушку из кроватки? Давай прыгать. Давай. Прыг, доскок, давай ручку. Прыг, доскок, да прыг, доскок. Прыг, доскок, да прыг, доскок. Вот так. Прыг, скок, прыг, скок, прыг, скок. Вот так. Прыг, доскок, да прыг. Тык-тык, хорошо. Вот так. Зайка. Зайка. Ой, это единственный зайка, который не хочет, чтобы его целовали, да? Кристина щелкает пальцами, Дима там пытается. Ну что, получается, Дим? Получается щелкать пальчиками? Кушать пойдем, зай? Ням-ням, пойдем кушать? Да, ну пошли. Хорошо, пойдем. Оп, оп. Ну что ты боишься? Шагай. Шагай, зайка. Вот так. Вот так. А, дай пять. Дай пять. Дай пять, маме. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Дим, иди сюда, дай пять. Дай пять. А так, молодец. И поцелуйчик, конечно же. Поцелуйчик. Без поцелуйчика вообще никак. Да. Так. Дима, нельзя корм кушать собачий. Кака. Скажи, мама сказала, пойдем кушать. Я и пошел, да? Дай пять, Дим. Дай пять. Дай пять. А так. Ну дай пять. Дай. Дай пять. Молодец. Иди, мою руку забираешь себе. Так, пощелкай пальчиками. Пощелкай. Вот так.
Ладушки. Вот такие ладушки. На головку сели? Я сварила морсик всем. Вот тут еще осталось. Надо сначала это выпить, в общем. А то, что разлила, уже без ягодок. Ну вот, процедила. Кстати, очень вкусный морс получается. И малышам, малышам я тоже развожу. Вот, но им прям совсем... Что это такое? Им совсем чуть-чуть. И разбавляю, в основном вот столько воды наливаю. И чуть-чуть еще морса добавляю, чтобы не концентрированный был. Все, выходим, выходим из стульчиков. Не успела. У нас походу. Не, давай как брат. Давай, иди, шлепай давай. Шлепай. Сам скажи, шлепай, папа. Он мне так быстрее. Час икс настал. Я иду к стоматологу. Короче, вышла я от стоматолога. Буду разговаривать, как не знаю, кто сейчас. Но у меня там ватка, он видит, щека пухла. Короче, пока я сидела вначале в кресле, было так страшно. У меня даже начали трястись руки, мне кажется, губы, все. Но потом они мне сделали укол, подождали, спросили, а больно или нет, потрогали. Но у меня там в одном месте было больновато. Они сделали еще укол. В общем, в итоге вообще было не больно, ничего. И не знаю, как быть дальше, после как анестезия отойдет. Но два зуба сверху и снизу мне удалили за раз. И это круто, что не надо 4 раза ходить. Вот. Но это было жутко страшно. Вот. Но не так все плохо, как мне казалось. Ну, может быть, врачи хорошие, хирург. Он мне уже удалял зуб один. И вот сейчас опять я к нему ходила. Ну, в общем, ну, как бы, знаете, было страшно, но по факту оказалось, что все сделали хорошо. И, в общем, пока что у меня не болит ничего, кроме того, что у меня просто онемела вся эта сторона лица. Ну, вот. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас я вам шепелявым голосом расскажу про средства. В общем, детям мы моем, мало того, что я чищу ванну просто доместосом или санаксом, или сарма есть, гель тоже. Нет. Санфор это другая, сарма там была, мне нравилась. Мы детям перед каждым купанием чистим вот таким амвеевским средством. Это концентрат, его очень надолго хватает, мы разводим мы его... Вот в такой, в таком пульверизаторе. В общем, мне сейчас не выговорить это слово. Вот. И концентрацию можете выбирать сами. Я обычно набираю где-то вот столько воды. Да. И дальше вот до суда набираю, кладу точнее средство вот этого лока. И все. И дальше распыляю и мою. Им очень хорошо еще мыть. Холодильник я мою. То есть оно не требует смывания. Вот. И, ну, в общем, все можно им классно мыть. Он хорошо отмывает и не оставляет никаких разводов, ничего. Хорошее средство, мы им очень много лет уже пользуемся. Смотрите, как мои и так не маленькие щечки превратились вообще. Как будто у меня флюс. Или как там называется. Надеюсь, что все пройдет и не будет больно. Сейчас, понятно, ничего не больно. Сейчас у меня вообще все онемело. Вот тут язык вообще такой... Ты что тут делаешь, а? Собака. Сидеть. Сидеть. Кубик, сидеть. Что вы тут делаете? На ночь глядя. Почему-то они начали сдирать фарточки. Что это такое? Вкусная каша. Дим, вкусная каша.
А? Не снимайте меня. У вас есть разрешение на съемку? Уберите камеру. Нет? Нет разрешения. Сердечко пушится. Сердечко. Папа, он хотел вот так милаха сделать. Вот так. Что тебе так глазками делал? Перемешала сметану. Да, я так. Приготовила сердечки, да? Я не говорила, что я приготовила. Вот Саша сварил кашу детям. Приготовил сердечки. Ай, красавчик. И скромный еще. Мы все, уложили малышей спать. Сейчас я подниму такая щека пуши. Уложили малышей спать. И сейчас пойду положу Кристину спать. И, в общем, будем отдыхать сегодня. Разговаривать я вроде лучше стала, но, видите, все равно щека пуши. И мне пришлось таки выпить обезболивающее, потому что начала отходить анестезия и, ну, болела, в общем, все там. И поэтому я выпила анестезию, вроде... Ой. Нет, я выпила обезболивающее, и все стало более-менее нормально. И могу жить теперь. Вот, пошла укладывать детей. И всем...